Один из старейших театров республики. Чувашский академический драматический театр готовится к вековому юбилею. Сегодня в театре прошла научно-практическая конференция. Целый век. Много это или мало? Чувашское театральное искусство зарождалось в непростые времена. На дворе революционные перемены, а в Казани горстка энтузиастов готовит к постановке пьесу Островского «Не так живи, как хочется». Спектакль увидел свет в 1918 году в Казани. Это событие и стало основой зарождения Чувашского театра. Уже через 2 года театр переехал в Чебоксары. В известном здании на Красной площади спектакли стали играть в 60-е годы. Все трудные годы, когда действительно те люди, которые работали первые дни, не имея ничего абсолютно, на пустом месте сумели создать великолепный вот этот наш сегодняшний театр и передали нашему поколению. Иметь свой родной театр и гордиться им желает всякий народ, всякое племя, всякий язык. Это истина. О том, как развивался Чувашский драматический театр, говорили на конференции ученые, историки, искусствоведы. Ведь, как известно, без прошлого нет настоящего. Чтобы не говорили скептики, у национального искусства есть и будущее. В нем уверены все актеры, служащие в театре. С надеждой, что театру будет не только 100 лет, может и 200 лет будет, я все-таки верю в будущее театра. Много молодых актеров у нас, талантливых. Я радуюсь их успехам. Вместе выходим на сцену. И просто у меня есть надежда на будущее.